Добрый день всем собравшимся сегодня на знаменательном событии в жизни нашей школы, на открытии парты героя. Школа номер 4 присоединилась к патриотическому проекту партии «Единая Россия» под названием «Парта героя». По этому случаю 7 апреля в школе состоялась торжественная линейка «Парта героя» – ученическая парта с размещенной на ней информацией о заслуженном человеке, герое, имеющем непосредственное отношение к школе и вошедшем в историю. И такой герой у 4-й школы, несомненно, есть. Герой – человек, совершивший доблестный поступок в трудных условиях и проявивший личное мужество, готовность к самопожертвованию. Сегодня, 7 апреля 2022 года, в нашей школе открывается парта героя Ефима Афанасьевича Жданова, чье имя носит наша школа. Право сидеть за такой партой получают ученики, имеющие успехи в учебе, принимающие активное участие в жизни школы и района. Первыми удостоились чести сесть за парту героя ученики 3 класса Глеб Горев и Влада Галищихина. Расскажи, каково тебе сидеть за партой героя? Ну, очень волнительно, и здесь могут посидеть только те, кто хорошо учится, и, ну, отличники в школе. Как ты учишься в школе? На одни пятерки. Мы сидим за партой самого героя Советского Союза. Это очень волнительно и очень круто. Потому что сидеть за такой очень ответственной партой. Даже, ну, не ответственной, а самой лучшей партой во всей этой школе. Парта героя чуть больших размеров будет установлена в кабинете истории. За ней постигать азы науки в скором времени будут 10-классники Павел Оболдин и Екатерина Ефимова. Я учусь в 10 классе. Учусь на отлично. Также являюсь активистом школьного музея и являюсь краеведом-этнографом. Для меня это огромная честь, что я удостоена такого, что я сижу именно за партой Героя Советского Союза. Для меня это очень почетно. Я хорошист и также являюсь активистом школьного музея и участником юнармейского движения. Ты сегодня сидишь за партой Ефима Афанасьевича Жданова, Героя Советского Союза. Каково это? Вызывает какая-то гордость за нашего, так сказать, земляка, то, что он так прославился, и теперь вот наша школа носит его имя. Парта героя должна стать хорошей мотивацией. Каждую неделю классный руководитель будет назначать новых лучших учеников, которые получат право сесть за парту героя. Добавлю, Ефим Афанасьевич Жданов, Герой Советского Союза, уроженец Колпашево. Он командовал взводом пешей разведки Степного фронта. Особо отличился при форсировании Днепра осенью 1943 года. С передовой группой он принял активное участие в захвате плацдарма на его западном берегу. За образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм, гвардии лейтенант Ефим Жданов был удостоен высокого звания Героя Советского Союза.